Обыкновенная средняя школа с необычным направлением. Именно так можно сказать про это учреждение. Уже несколько лет 40-я пропагандирует бережное отношение к природе и экономию электроэнергии. А теперь школьники поддержали еще одну экологическую акцию среди учебных заведений. Здесь установили специальный контейнер по сбору использованных батареек. Мы начали сотрудничать именно со средними учебными заведениями. То есть, например, сотрудники 15-й школы самостоятельно установили контейнеры, мы у них эти батарейки только забираем. А вот 40-я школа является первой школой в городе, где установлен именно наш контейнер. Поскольку 40-я школа, она у нас такая особенная, с экологическим уклоном. В Ангарске акция по сбору использованных бытовых элементов питания стартовала в январе текущего года. Тогда контейнеры были установлены во многих торговых центрах. К июлю собрали более 100 килограммов батареек. Их отправили в Новосибирск на переработку. И еще один торжественный момент для 40-й школы – это заслуженная награда. Учреждение приняло участие в международной программе «Эко-школа «Зеленый флаг». Прошла 7 этапов. Отчет о проделанной работе положительно оценили как российские специалисты, так и зарубежные. Они уже давно работают по энергосбережению, у них есть определенные в этом успехи. И вот я приехала вручить этот зеленый флаг, как такой европейский престижный символ того, что школа стремится к устойчивому развитию. А еще в этот день из рук почетного гостя школьники и преподаватели получили сертификаты и грамоты за личный вклад в развитие экологической культуры общества. Мария Константинова, Михаил Тырышкин. Местное время.